Добрый день, мои уважаемые подписчики, садоводы, любители. Сегодня 29 октября. Я получил посылку. 7 саженцев персика. Хочу посадить клубники. Почему клубники? Во-первых, потому что персик разрастется, будет притенять немножко клубнику, не так будет жечь, палить нещадно солнце, как у нас обычно на черноземе здесь. Почва очень плодородная. Ну и во-вторых, причина очень банальная. Просто нету места. Итак, яму я выкопал. Яму нужно копать с запасом. То есть, что значит с запасом? Располагать будем прививкой на юг, затылком на север. Вот прививочка, значит, ею на юг. Сажать будем так, чтобы корневая шейка и прививочная часть была на 3-5 сантиметров выше уровня почвы. Почему это делается? Это делается для того, чтобы в процессе роста привой не перешел на свои корни. Это подвой сильнорослый и морозостойкий для нашего климата. Вот его корни должны служить питанием для подвоя. Это сорт Spring Gold. Я сажаю, буду сажать ранние и сверхранние сорта. Так что штык лопаты, оставшийся, глубина на штык лопаты нужен для питательной смеси. То есть перегной, верхний слой земли, который я сбросил, отложил загодя отдельно наверх, чтобы не смешивать. Верхний слой, он более питателен сам по себе, соответственно, будем смешивать с перегноем и давать питание на года 2. Максимум 3 самому саженцу. Итак, приступим. Сразу засыпаю конский сыпец. У меня, как вы помните из предыдущих видео, конский сыпец перегнул. Это отработка от выращивания шампиньонов. Конский сыпец, конский перегной считается самым лучшим. Поэтому получилось у меня, я их использую его. Так, засыпали, перемешали. Он уже трехлетний, то есть обжигать не будет. Обжигать не будет корни. Поэтому я сильно не боюсь, что-то пропадет у меня за зиму. Еще самый немаловажный фактор, даже очень важный фактор, почему я люблю сажать осенью саженцы. Как вы знаете, саженцы, любое растение не имеет периода покоя, подземная часть, корневая часть. Она потихоньку нарастет в любом случае. Надземная часть за зиму отдыхает. Если вы сажаете весной саженцы, саженцы нужно будет пыхтеть, так скажем, вдвойне. И за корневую часть, и за надземную часть. Соответственно, пока отдыхает надземная часть зимой, осенью корневая часть наращивает корни. То есть пока корни растут зимой, надземная часть отдыхает, вся питательная часть и вся сила идет только для корней. Вот поэтому я очень предпочитаю, мне очень нравится осенняя посадка. Продолжаем снимать. Так. Вот с верхним слоем земли перегной я перемешал с конским сыпцом. Теперь надо
залить водой и подождать, пока все усядет, трамбуется. Зачем, чтобы усядь, чтобы усаживалось? Чтобы корни были плотно окутаны землей, чтобы не было воздушных прослоек, чтобы не было запробкованности. Ведро воды высыпали, сейчас питается. Залил я водой, высыпал еще ведро перегноем и буду сажать в жижу. Мне так больше нравится. Я подсадил, оно там очень мягкое. Но в таком случае я даже могу сажать и сам. Без посторонней помощи. Засыпаем аккуратно. С расчетом того, что у нас еще земля просядет. Она в любом случае просядет. Для этого применим очень нехитрый метод, а именно посадили, корневая шейка должна быть, как я говорил, немножко выше уровня земли, подняли за ствол. Это что даст? Во-первых, корни расположатся так, как нам и нужно, вниз, по 45 градусов вниз, и корневая шейка, привойная часть, окажется на 3-4 сантиметра выше уровня земли. Зимой эту часть нужно укрывать вот 15 сантиметров выше привоя. Если вдруг надземная часть вымерзнет, из спящих почек отобьют побеги, вы спасете саженец, вы все равно будете потом с урожаем. Все, продолжаем сажать. В принципе, все понятно. Так, посадим саженец. Тут, как видно, корневая шейка над уровнем земли на 2-3 сантиметра, учитывая небольшую воронкообразную часть вот этого вокруг саженца. Все, оно припитается, еще высеется, поскольку он сегодня нам на ночь обещает приморозки, заморозки. Еще посыплю землей, и как раз будет на уровне вот так вот, сантиметра над 2 над уровнем земли. Ну, в принципе, практически земля уже ушла. И теперь просто присыпаем и разравниваем землю. А сейчас я вам покажу на наглядном примере, как у меня было то, что я вам рассказывал, процесс вымерзания на нежирном персике. Пойдем. Ну вот, мы подошли к саженцу жирный персик. Очевидно, сорт владимирский. Очень вкусный, очень хороший. Вот видно, на эту часть я упытывал землей. Возможно, недостаточно высоко, поскольку были дожди, снег, оно осело. И вот эта вот часть, однолетний саженец, вот он вот такой вот был, он вымерз. Я его обрезал, и как видно, со спящих почек пошли очень хорошие ветки, толстые. Вот о чем я вам говорю. Что в любом случае саженец вы можете потом спасти. Главное укрыть корневую шейку как можно выше. Если у вас есть зайцы, которые хулиганят зимой, обрезают кору, и вот поэтому тоже нужно окучивать повыше. Спасете саженец, он вас отблагодарит вкусными спелыми плодами. Комментируйте, ставьте лайки. Пока.
Подписывайтесь на канал. Удачи всем!